Сегодня мы в кафе, которое называется «Мама дома». Что мы тут будем делать? Есть. Правильно. И играть. И играем в домино. Еще пить. А что мы пьем? Коктейль «Кокосовый рай». А я пью прекрасный коктейль. Слушайте, здесь действительно такая семейная обстановочка, такие стеллажи, и знаете, посуда. Кухня очень домашняя. Да, но здесь мы, кстати... Здесь нет скрипки, но зато здесь целый, строго. Да-да-да, я взяла сеть под шубой, так что посмотрим, что будет. Да, нет. Вот куда бы детей не отвезти? Где бы их не кормить? Картошка, это картошка фри, это наше все. Вот немножко есть картошка. Целая книга с меню. Так нет, ребенок умудрился заказать картошку фри и кока-колу. Я вообще валяюсь. Ты не понимаешь. Почему? Потому что картошка тут слечо. Слечо. Слечо так слечо. Ну, я так понимаю, что типа котлет по-киевски. Это у меня сеть под шубой, а у нее без строганов. Я не знаю, говорю... А это крылышки барбекю. Вообще просто набор. Ничто не меняется. Ничто не меняется. А она горячая, взяла котлеты из щуки, потому что я никогда дома не сделаю котлеты из щуки. И ризотто. По этой же причине, кстати. Здесь мороженое, которое габы мороженое, что нам показалось... У меня вишневый пирог какой-то с вишней. Ой, с мороженым. А у нее классический наполеончик. Ну, вроде как классический. А мне скоро принесут мороженое. Ну, да.